ходил по подъездам и воровал велосипеды. Тюменские полицейские задержали 40-летнего неработающего жителя областного центра. Его подозревают в серии краж. Заявления от пострадавших начали поступать в конце июля, начале августа. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Это помогло установить вероятного злоумышленника. А вскоре его задержали по месту жительства. Ходил, перекусил и все, уехал. Сколько таких эпизодов было? 9. Какие районы примерно? Харьковская, центр, микрорайон. Впоследствии сдавал его в комиссионный магазин, а вырученные деньги тратил на свои нужды. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление его причастности к другим аналогичным преступлениям.